Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как укрепить ногти дрожжами. У меня на ногтях практически всегда гель-лак, но когда я снимаю его, то делаю себе вот такую вот как бы масочку, ванночку для того, чтобы укрепить ногти, чтобы улучшить структуру ногтей и, ну, как бы здоровый вид. Хотя не видно, конечно, что они под гелем-лаком в каком состоянии, но они не ломаются и становятся очень крепкими. Для этого нам понадобится теплое молоко, где-то вот, ну, видите, сколько здесь, не знаю, где-то полстакана. Также нам понадобится быстро растворимые, быстро действующие дрожжи и мед. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Добавляем в мед 2 чайные ложки дрожжей. Перемешиваем тщательно, чтобы они растворились. Остатки меда, и туда добавляем 1 чайную ложку меда. Теперь это все нужно тщательно перемешать, чтобы такая была однородная масса. Тщательно прям. Иногда уходит даже до 5 минут на перемешивание этой массы. И вы знаете, я вот как начала делать, ну, где-то, наверное, это у меня сейчас получается 3-й месяц. Ну, получается так, что я делаю как бы один раз в месяц, потому что гель-лак, он носится долго, как вы знаете. И вот я делаю только тогда, когда снимаю. И сейчас я сняла и буду укреплять, чтобы они были у меня крепкими. Для этого опускаем ногти в дрожжевую ванночку. Вот так вот примерно, чтобы ногти только. И держим 15 минут. Вода должна быть достаточно теплой. Пока вы держите 15 минут, то есть даже не вода, а смесь, молоко имеется в виду, его нужно подогреть или где-то там на водяной бане или в микроволновке, как я делаю, чтобы быстрее было. Держу вот так вот 15 минут. После того, как прошло 15 минут, я все это смываю и продолжаю делать, ну, то есть заново делаю маникюр, если нужно где-то там подрезать или подровнять, и наношу гель-лак. Все очень просто. А если вы не пользуйтесь гель-лаком, не делайте, а у вас там простой обычный лак, то эти ванночки нужно делать через день. Раньше я тоже так практиковала. И буквально через там, ну не знаю, недельки, полторы, вы заметите улучшение структуры ногтей. Если они у вас очень сильно ломались, они перестают ломаться. Посмотрите, какие они крепкие становятся. Будут иметь такой здоровый вид, исчезает эта желтизна, если она у вас есть. Даже не желтизна, а вот что-то такое вот у меня раньше было. И очень хорошо они смотрятся. Обязательно попробуйте. Или когда вы пользуетесь гель-лаком, или когда вы просто, как бы у вас обычный такой лак. Очень хорошо, она мне нравится, очень такая вот, ну, как бы работающая маска. Поделитесь этим видео с друзьями, им тоже пригодится. Всем спасибо за внимание, до следующих встреч!